на конкурс. Дети читают стихи. Вахромеева Аня, 10 лет. Письмо с фронта написал Эдуард Асадов. Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю, сынове, привет. Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую, слов даже нет. Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, немного лентяя и вечно не в срок, бегущего утром с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первый урок. Грустила ты, если не физик, бывало, суровую двойкой дневник украшал. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои с жаром ребятам читал. Сейчас передышка, сойдясь у опушки, застыли орудия, как стадо слонов. И где-то по-мирному, в гуще лесов, как в детстве мне слышится голос кукушки. За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру. И пусть между нами сейчас километры, ты здесь, ты со мною, родная моя. И чем бы в пути мне война не грозила, ты знай, я не сдамся, покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила, и утром, не дрогнув, я в бой ухожу.